Из-за лесных пожаров в Турции, которые вплотную подобрались к населенным пунктам, из отелей эвакуируют туристов. Вот так это выглядит. Достаточно устрашающе. Солнце вот такое. Ветер поменялся. Все пошло в сторону Анталии, анталийского аэропорта. Вон и Чмелер весь горит. За Чмелером в сторону Турунча пошло. И вот горит что-то в районе Большого Мигроса, гора. Колоссальные потери, конечно. Смотрите, там сейчас что-то вспыхнет. Разгорается сильнее в Чмелере. Начался крупный лесной пожар 3 дня назад в Анталии в районе города Манавгат. Поднялся сильный ветер и перекинул пламя на жилые районы и туристические зоны. В Бодруме огонь охватил один из отелей. Туристов и персонал эвакуируют на лодках. Эвакуация проходит и в Мармарисе. Горят постройки в сельской местности. В десятках домов отключили электричество. В Турции сейчас очень жарко. Температура воздуха достигает 40 градусов. Дымом заволокло пляжи. Помимо сотни пожарных машин, с воздуха пламя тушат вертолеты. На помощь к ним из России отправили 3 самолета Б-200. Власти Турции готовят общежитие для тех, кто остался без жилья. На юге страны временно приостановили экскурсии. От пожаров, по информации турецких СМИ, пострадали 122 человека, 4 погибли. Идет расследование причин возникновения лесных пожаров. В администрации Эрдогана уверяют, что виновные в поджогах понесут наказание.